Анонс и дата выхода нового 4-серийного сериала «Начать сначала». Премьера нового сериала состоится осенью на канале «Домашний». Наталья Колеванова довольна сложившейся жизнью и семейными отношениями с любимым Ильей, который добился значительных успехов в строительной компании под руководством Кирилла Соборова. Но скоро выясняется, что красивая картинка оказалась миражом. Архитектор давно встречается с другой. Уязвленная девушка поступает решительно, оформляет развод и уезжает на родину, где проживает ее родная тетя. Вместе с возвращением всплывают воспоминания из прошлого, где существовала любовь к однокласснику Алексею. Пара строила планы, но чувства были преданы и растоптаны, а обида вынудила покинуть место, где она испытала унижение и душевную боль. Встреча с Лешей поднимает новую чувственную бурю. Но теперь все слишком изменилось. Бывший возлюбленный воспитывает маленького сына Матвея. Но Наташа начинает осознавать, что много лет назад поверила не тому человеку и поддалась эмоциям. Премьера сериала состоится осенью на «Домашнем». Если вам нравятся сериалы, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.